Мы, люди, которые выходили 6 месяцев назад на площади, представали против нечестных выборов, добились того, о чем трудно было даже мечтать. И больше всего в этом поучаствовали не мы, а, как ни странно, наши оппоненты. Они раскрыли ящик Пандоры. Меня зовут Борис Куприянов, я участник магазина «Фаланстер». Люди поверили власти, что от них что-то зависит. Очень трудно объяснить простому человеку, почему нужно голосовать за Путина, если все кругом дорожает, если медицина становится платной, образование становится платным. Почему нужно клеймить Госдеп, если в Ульяновске открывается военная база американская. Это самое главное среди людей, которые выходят на Поклонную гору и голосуют за Путина. Они почувствовали себя политическими субъектами. И с этими субъектами Путину будет и новой власти будет в 1000 раз сложнее, чем с нами, интеллигентными, достаточно обеспеченными, спокойными, милыми людьми.